Всех приветствую, мы продолжаем наш турнир. Сегодня в правом, левом, среднем, без разницы, каком углу. Демон Нимус. За него играет мой напарник Федор Игрок. Вспомним, что у него есть посох. Уменьшает инициативу ресурсов на 20%. Да, нормальный посох. И да, вызывает это все, да. Очень вызывает. Я смотрю, у него вся прокачка на открытие врат идет. Ну да. И против него будет Файдаэн. Кстати, в первом туре Нимус со второй попытки кое-как одолел Ласло, но там ты за Ласло немного затупил. Вообще не люблю этого подсвечника. Подсвечник. При стрельбе перемещение всех стрелков на шкале инициативы на 30% меньше. В смысле? Типа на стрелков упор у нас? Нет, у него... Ну, жалостные стрелы. В начале каждой битвы все стрелки лесного света автоматически стреляют выстрел по отряду с самым низким уровнем во время армии. О, сейчас я кого-то тебя буду дрюкать. Кого-то убьет. Вот странно, вроде Файдаэн по... Ну так смотришь, вроде лучники, вроде как кассир должен быть сильный, при этом он так... Камон, в первом круге-то у меня пролетел. А, Ори просрал. Я вот это вообще удивился. Как так? Мне кажется, он будет там как кассир, там вообще мочить, а он что-то... А он отказался это делать. Посмотрим, что он сделает с Нимусом. Но если уж он Ори прокакал, то Нимус, я думаю, посильнее Ори. Может он и... Ну, посмотрим. Да, хотя не факт это. Блин, грибочки эти по центру. Они меня прикрывают. Хер ты бежишь, блин. Ну, ладно. Я не знаю, так, блин, неоднозначно пока что все. Думаю, пока 50 на 50. Ну, с одной стороны, Файдаэн у меня не вызывает особого оптимизма, но с другой, вроде бы, лучники, там, атака вроде приличная. Ну, поехали. Ага, не будешь у меня ману тырить. Ага. Смотри. Да, такая ситуация неприятная. Вроде с одной стороны можно попробовать ударить энтов, с другой стороны... А если смысл? 0-1. Да, если смысл, 0-1, может лучше выйти. 15-5, 10-9. У меня хоть сбалансирована такая атака защита, у тебя больше в атаку. Вот тебе, кстати, сейчас невыгодно, потому что я тебя сейчас буду расстреливать. Да я знаю, так один хер... Вот с одной стороны, Нимус хорош, чтобы вызывать армию, но с другой стороны, сейчас ему это невыгодно, потому что пока ты будешь вызывать, я тебя буду расстреливать. Я думаю, тоже смысла, наверное, все-таки нет. Потому что, ладно. Ого. Все-таки двоих игрок. Не, а кстати, ты мог, если бы ты его не пугал, мог отбежать, и мне было бы... Да я знаю. Ну, если... Ого, а, 5-9, если... нифига себе. Ну, так сотня. Они-то бьют хорошо, вот только дохнут тоже быстро. Пи-пи-пи, ну ладно. За это я их не слишком люблю. Что ты такой удачливый? Сколько? 3 удачи, а уже 2 раза подряд отудачился. Отудачился. О, вызвал. Да, вызвал. А, ну у тебя преимущество с посохом. Ты, блин, ходишь очень часто. Такой думал, а где ответ? Потом вопрос. Где вопросы, где ответы, где хоп, ответы? Эй, ла-ла-лай, где вопросы, где ответ? Нет вопроса, нет ответа. Так, ну, погнали. Лё. Убивать твоих всяких. Блин, не бей моего 75, а, Фёдор? А чё его бить? Убьёт максимум десятку. Фига, с удачи ты видел 25. Сейчас опять удача тебе подвернется.
Подвернется, Как подвернется. нога. Ну блин, ну заколебал, сколько можно, блин, а бесит уже. У тебя, Подвернется. помню, удачи 5 было или 6, у тебя так не ходили, а тут уже 3 раза с удачей Да у меня вообще прописал. почти тогда не ходили они, на самом деле. Как бы это странно не звучало. Так. Что там у Чего? тебя? Я вот думаю. У него есть там берсеркерство какое-нибудь? Ах ты, думал напугал. Ой, ёптель, ты сейчас туда как долбанешь огнем. Вот тогда точно напугаешь. Типа да. Черт. Что-то слабенький огонек какой-то. Да сейчас это разбил. А кристалл сколько сам заберет у А вас? хер его знает, ты на самом деле его поставил, чтобы ты не стрелял. Не, это я понял. Так что, у меня у друида молния есть, не туда поставил. Тебе надо было к эльфу тогда ставить. Такое. Так, 50 шавок сейчас ходит. 18 всего лишь. Черт! Ёб твою мать! Пиздец, приплыли, блин. Вот и весь Файдаэн сдох. У тебя инициатива зарешала, просто зарешала. Возможно, стоило убивать собак, а не этих. А не стрелков твоих. Может быть. Промежуток должен быть. Да. Что-то я так сначала подумал, Фейден сейчас своими стрелками раздеться, а инициатива не сработала не на его пользу, А получилось. инициатива что-то не тащит. Да и ты свою удачу уже достал, если честно. Не, серьезно, как-то она странно работает. То есть, помнишь, у меня там были вообще какие-то запредельные цифры с удачей, не ходился никогда. То есть ходился, но очень. Фига, 5 дьяволов вылезли сейчас, я в шоке. Сдохни, лошадь тупая, блин. Лошадь. Так, ну блин. Саму шавку я особо не боюсь. Вот этих надо бить. Хотя не отвечает, ладно. Блин, тут эти камни, я же не пройду нафиг. Ты же не пройдешь нафиг. Интересно, если бы я эти стрелы запустил. Living is a strel. Давай, living У меня больше strength. ничего нету, надо 10%. Еще раз воодушевление рискну. Я просто не знаю, может. Не пойму. А нет, нормально. Довольно-таки быстро сходился. Да толку, блин, ты сейчас ему кристалл поставишь. Писец. Если бы он перед Нимусом бы сходился, был бы толку. Так. Давай ставь кристалл, блин, я уже не... Да, я его найти не могу. Штана, что ли, завалялся? Да. Чертов ублюдок, если бы не кристалл, мы бы поборолись. У тебя бы осталось, что тут бы, 4 пещерных убили, 4 этих, и все, тут уже бы, хотя бы призванные бы мне мешали. Они будут мешать, они хотят мешать, они жаждут мешать. Ура! Дяденька друид, а вы не охраняли, а? Охренел, ну, что поделаешь. Ого. С другой стороны, пусть лучше уж Нимус в следующий раунд пройдет, потому что там его Рейлак ждет, а Фейдаэн Рейлак мы этот бой видели среди обычных боев, поэтому. Ну да. О, господи, я заперт этими шавками тут. Заперли вместе с шахтом.
Ладно, сейчас рискну ливень и стрел сделать. Может. Что поможет? Может, может, не поможет ничего. Я такой, я Отойдем. пойду. Отойдем слегка. Давай, Ливий, Странно, стрелы. почему по пещерным герои наносят больше урона, чем по орхидеям? Обычно, чем выше существо, уровня существа, тем выше герои прямым ударом по нему наносят урона. Тут что-то как-то... Ух ты, ух ты, ух ты! Так, уничтожить 45 демонов, 7 собак, 4 дьявола. Ну как туда добраться? Вот вопрос. Так, что у меня тут еще есть что-нибудь нормальное? Ни хера нету. Да разбей кристалл и... А, ну там дьявол тут пострадает. Ну не Да. страшно. Для общего дела, я думаю, 5 дьяволов вызванных не страшно потерять. Для общего дела. Как скажешь, тоже, блин. Так, ладно, сколько я? Также, наверное, моя ошибка была это этим бить лошадь эту своим клинкастым парнем. Возможно, надо было подождать, а потом собаку бить. Хотя здесь это кнопка ждать, она так работает, непонятно. Понятно. Да хватит уже вызываться. Не хватит. Это никогда не хватит. Он и так еще может. Да. Охренеть просто. Заспамил все. Он может все что угодно. Плавать, браться, смотреть, басом, дрова рубить. Надоело все. Пора помирать так с музыкой. 107, 140. Да блин, я не знаю, тут так че толку от этого всего. Башки, Да, ну блин. не убил? Серьезно? Слава богу, все развисло, я уж боялся опять какой-нибудь дисконнект, расконнект, переконнект. Куда пошел? Да я хочу энто попробовать освободить, но чувствую, мне это особо не удастся. Нельзя освобождать энто. Сначала я думал, камушки сыграют за меня, а теперь они играют против меня, потому что мне по сути надо энтами выдвигаться, убивать твоих основных. Но они заблокированы призванными этими камнями, поэтому тут мне ни черта не светит. Ни хрена себе! Я сам в шоке. Было 2-3 Пятерых, на... блин. Было 2-3 написано, а тут на тебе счастье. Да, так и тебе сейчас помню. Эх, пошел я гулять. Ла-ла-ла-ла-лам. Куда пошел? Я думаю, можно смело записать победу Нимусу. Он красавчик. Красавчик такой вообще. Разорвал просто таки Даэна. Аналы истории. Убивай меня. У, двоих, да. Цинь-цинь. Ой, я у тебя 7 шавок не заметил, да ты сам подошел только что. Да ладно, у меня тоже эта хрень есть. Как видно, есть. Хрена себе, ни хрена себе. 2 раза промаха, это круто. Что ты там делал? Он не мог добить, что ли, или что? Он не мог туда запрыгнуть.
Вот по сути так посмотреть, у тебя осталось два дела, 45 быков и 7 собак. Вроде немного, но блин. Из-за того, что у тебя тут куча другого говна. Да-да-да, призыв решает. Да, вот тебе повезло, конечно, что собака успела сходиться раньше эльфа. Так бы, если бы хотя бы эльф. Можно, конечно, попробовать сейчас второй бой провести, но посмотреть чисто по инициативе, как оно сработает. Ну, хотя бы начало посмотреть, если вдруг, ну, не так, допустим, все плачевно, то, может, у Фейдайна есть шанс. Собачку бы это убить как-то. Ну и плюс интересно посмотреть на арене, где вот все не заставлено так. Ну да. Так что я думаю, надо второй бой все равно провести. Все-таки более, чтобы было. Точнее, чтобы менее сомнений было. Давай проведем второй раунд. Так, ну что, второй бой попробуем провести. Как раз чистенькая арена, посмотрим, как на ней будет развиваться. Плюс мы с Федором решили, что, возможно, есть вариант закрыть эльфа этим лезвистым. Вот этим лезвистым. Вот. Вот видишь, сейчас не повезло, сработала вот эта херня. Мне главное, чтобы у меня успел энд сходиться, тогда твой собака не пройдет. Твой собака не пройдет. Так, а я собакой быстро не буду бежать. Глянь, а вот у тебя сейчас суккубы быстрее сходились. Да. У меня они тогда даже и хода не успели сделать, сколько я помню. Ну да, суккубу все равно надо убивать, потому что ты видел, сколько сразу эльфов я снял. Да? Ну не знаю, мне если честно почему-то кажется, все равно это в корне ничего не изменит. Ну да, я тоже так смотрю. И все. Можно дальше не играть. Не, сейчас посмотрю, у тебя пока энты свободны, может они смогут побежать. Да. Блин, а че я этого, блин, клинкастого не заметил. Не, но побежать вперед. Сейчас я убью твоих лучших, тебе надо же будет. Это. Что там с ливнем и стрелы, что ты как-то не обратил бы внимания? Тебе нормально, он или ты его не использовал? Лучше, знаешь, что друида ускорить этим вдохновлением. Понял, понял. Потому что эльф тут закрыт, и вот уже смотри, кого расстреливают. Может, собаку? 50 собак убьет? Сейчас смотрю. Да не молния, обычным ударом. Да я проверил и молнии этим. Потому что, например, молния лучше против архидьявола. Потому что так 0-1, а с молнией ровно 1. А собак? Собак 18, а обычным 36 и 50. Ну вот, обычным стрелять, и надо сейчас собак вынести. О, нормал. Вот вторым эльфом, смотри, собака добегает, но их всего две. Я думаю, вроде не, вроде ничего особенного, вот 24, мне кажется, куба. Я вот тоже думаю, что демонист надо мочить. Они им второй выстрел сделать и уже. О, сейчас нормально. Так, ну с другой, так. Я вот думаю, долбануть огненным шаром. Открою эльфов, но с другой стороны нанесу урон, правда, и своим. Не знаю, мне кажется, лучше не открывать. Потому что они стреляют так нормально. Нет, но он там заберет где-то половину, если не будешь. Ну ладно, пока не буду, я пока врата пооткрою. Ну он там вроде открытал, он вроде 6 забирает только. То есть я как-то взрывал, он забирал 16, короче. Где-то так. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, лучше пускай они закрытые будут. Так-то они просто не боеспособны окажутся. Ну то да. Есть, ну что я с ними сделаю? Разорву кристалл себя, буду бить? Ну а почему нет? Так. Самое смешное, что это было бы неплохой идеей. Палкой в лоб такой долбанул. Ну. А вот сейчас, я думаю, можно разбить, потому что твой эльф там не скоро еще сходится. Можешь разбить. Ну, видишь, нормально, 20-арик. Теперь можешь потом новый поставить, если что.
Дяденька, вы охренели или как? Я чё-то не пойму. Не знаю. Ой, блин, у тебя сейчас полтос будут ходиться. Ёлки-моталки, он сейчас и быча... А, не, бычару делал, он не зацепит. Ну ладно. Успокойся, я тебе говорю. Так, ну лучше пускай убьют этих, наверное. А дьявола бы сколько забрал? Ноль. I promise to, Блин, у тебя сейчас 26 еще сходится. Вот это хреново. Хреново. Вот это будет хреново. Бам-бам. Так, ну эти уже особо не проблемы. Да, я не знаю, мне все равно кажется, что тут капут уже. Сейчас лучником капут будет и все. Не, ну у тебя еще целые энты, кстати. Ну энты они, мне кажется, погоды не сделают. Так, ладно. Потому что у тебя еще архидьявол сейчас сможет, то есть, понимаешь, у тебя вот сейчас будет архидьявол призванный ходиться, да? Он сможет с твоего этого самого создать. Ну, в принципе, ну сейчас посмотрим. Ну если я тебя заблокирую твоих энтов как там, ну чтобы ты не прошел к моим основным, тогда да. Основная проблема просто в том, что, как это сказать, я не успею это самое, ну, сходиться за. Не успею сходиться, не смогу. Может, знаешь, что сейчас делать? Либо ускорить 50 с клинками, либо 8 лучников. Ну я сомневаюсь, что 8 лучников какой-то там урон нанесут. Ну 50 попробуй, чтобы тут разнести диалов или. Ну, либо можешь 8 энтов, чтобы они вперед пробежали. Вот, кстати, можно было попробовать 8 энтов, чтобы они из этой ловушки выбежали туда, к 6-3. Ай, 0-1, сейчас они подбегут и сдохнут, нафиг. Ладно. Тянуть все равно смысла нет. Ай, ёпрост. Давайте хоть под конец вызовемся, что ли. Ё-моё. Зафаршмачился фаршмачкой. Ладно, стоим, парни. Я пойду! Такого. Пошел отсюда. Ой, взорваться что ли? Не надо, я сейчас сам тебя взорву. Давай взрывай. Всего 9. Смотри, кошмар уже третий раз ходится. Третий раз, не до раз. Да, тут говорю, у Фадаена, блин, вообще. Да, шансов мало. Видишь, его. Он вроде как и кромсает, но его закрыть вызванными проход к основным и все. И. Энд, видишь, все, энтов я запер, лучиков я устранил, как бы основное дело и сделал. Ну тогда. Уже толку, блин. Хотя надо было по приколу ливень не стрел долбануть, посмотреть. Не, ливень он бьет этих бычар и пещерных. А бычар ты основных убил, а лучше уж тогда обычный. Ну что вы будете, сэр, делать против 9.6? Еще 8. Вот так вот! Это было жестко выглядело. Всем нужно ходить в поле. Кстати, кони какие больше нравятся, новые или старые? Да вроде оба хорошие. У него что-то усушающая аура, не совсем это понимаю.
А у того я уже не понял, чем они сильно отличаются. Мне они оба нравятся, что оба могут напугать. Ну, это да. И оба могут напукать. Нифига себе. Такой взял и снял. У тебя еще, в принципе, одного архидемона, пять этих и сколько там, три Да, коня. но не успею. А что? А вдруг? Маловероятно. Да, инициатива хромает. Ну, вон у тебя еще 8 лучников целых. Что мне с ними делать? Все, 8 лучников мы до вас добрались. Ха-ха-ха. Давай, энтом, на свободу, через коней. На. Как он через коней? Хотя вот надо было сейчас единицу дропнуть, ну ладно. Не суть. Все равно капут. Сейчас я тебя добью просто. Да, тут шансов. Да, тут вообще какие шансы? Ты что, смеешься, что ли? Вроде. Не, ну чуть-чуть получше, потому что осталось всего 5 пещерных, но тоже не фонтан. Да. Объективно Нимус сильнее. И он в следующем раунде встретится с Рейлагом. А мы идем дальше.